Привет! Сегодня поговорим с тобой о техническом задании на проектирование. Причем проектирование как частного дома, так и торгового центра не имеет значения. Это документ, который по-хорошему никак не регламентирован, но я предоставлю тебе общую структуру, как это делать, как составлять, что ты с этого получишь, исходя из моего опыта проектирования, который уже более 15 лет. Пошли разбираться. Маленькая добавка, без него ничего нельзя проектировать. Техническое задание – это всегда приложение к договору на проектирование, например, на проектирование твоего частного дома, в котором в договоре будет написано, что обязуется тебе разработать проектную документацию на твой частный домик. Точка. А что, из чего, как он должен состоять, из чего должна складываться информация, это будет находиться в техническом задании на проектирование, и он будет всегда приложением. Иными словами, это документ, который содержит информацию, из чего и как будет состоять твой будущий дом. Или, может быть, ресторан, бар, гостиница, может быть, ты пойдешь чуть дальше и начнешь заказывать что-то еще. Иными словами, в этом документе находятся все твои пожелания о своем будущем доме, либо, может быть, в каком-нибудь ресторане. Включая такие вещи, как этажность, благоустройство, гараж, конура любимой собачки. Вот это все должно быть в техническом задании. Если ты не озаботишься этим техническим заданием, его составит проектировщик, но он составит его на свое усмотрение. Поэтому в идеальном мире, или хорошо у нас, когда мы в студии составляем техническое задание, мы это делаем вместе с заказчиком. Мы вместе разбираемся и заполняем его. Техническое задание в первую очередь нужно тебе для того, чтобы ты мог структурировать свои желания, свои хотелки и свое представление о своем будущем доме. Проектировщику этот документ необходим для того, чтобы опираться непосредственно на вот эти данные, не выдумывать из головы, не додумывать за тебя, а воплощать то, что ты хочешь. Иными словами, ты четко формулируешь, что ты хочешь получить, и по этому документу проверяешь проектировщика, чтобы он выдал тебе необходимую информацию. Прежде чем переходить к структуре технического задания, хочу сказать, что у нас ни в СП, ни в ГОСТах, ни в СНИПах, в законе нигде не прописано, что должно быть в техническом задании. Это касается частного проектирования. Для условно-муниципального есть определенный документ, который, кстати, и ходит по интернету, и его все используют. Интернет этот крайне дебилен, он очень неудобен. Там много абсолютно левой лишней информации. Поэтому за основу технического задания, структуры его, я беру техническое задание, которое мы составляем с нашими заказчиками, когда обсуждаем его будущий дом. Поэтому структурно берем его. Это документ, отработанный уже на лет 10 мы им пользуемся. Первый пункт, сейчас будет очень сложно, это идентификация. Вроде не пил еще. Что значит это? Это значит, что в первых пунктах должно находиться информация: фамилия, имя заказчика, телефон, электронная почта. Иными словами, кто ты и как с тобой связаться. Второе, что должно обязательно находиться вот в первой части вот этой идентификации, это место строительства. Кадастровый номер обязательно. Кстати, напоминаю, если у тебя нет кадастрового номера, значит, у тебя нет участка. Если у тебя нет участка, проектировать можешь отдыхать. Ну, это такое лирическое отступление. Короче, место, где будет происходить строительство твоего будущего дома. И обязательно с привязкой к местности. Это коснется одного очень интересного юридического момента, но об этом мы поговорим с тобой потом. Короче, недавно выяснил, что YouTube как-то очень сильно ранжирует наши ролики и не все показывает даже нашим подписчикам. Поэтому
Чтобы не пропускать наши новые ролики и быть в курсе, обязательно подписывайся и вставь уведомления обо всех роликах, потому что много всякой полезной годноты может пройти мимо тебя. Второй пункт нашей программы – это общие данные. Общие данные должны включать в себя следующее. Это, во-первых, этажность, желаемая площадь, хотя бы диапазон. Вот если ты хочешь себе домик 150 метров, ну и поставь себе диапазон 140-160, вот в этом диапазоне, чтобы все проектирование происходило. Этажность, ну будь любезен уж с этажностью определиться, это не самый сложный момент. Высоты этажей. Это несложно еще на этапе проектирования, исходя из своих пожеланий, из твоих пожеланий, в чем тебе комфортно жить, определить высоту этажа. Дам маленькую подсказку, сейчас самая популярная высота этажа – 3 метра. Самое интересное для коммерческой недвижимости – эта высота составляет 3,30. Предпочитаемые материалы и технологии строительства. Вот здесь… Да, будет сложно, да, здесь нужно обязательно советоваться с проектировщиками. С другой стороны, ты, может быть, сам начитался в интернете о каком-нибудь роболите и УШП и хочешь только их, но тогда будь любезен об этом написать, что я хочу роболитовые блоки и УШП. А тебе проектировщик говорит, блин, давай строить из керамического блока и, блин, на слой на росовом фундаменте. Вот когда вы в диалоге на чем-то сойдетесь, определитесь, зафиксируйте это документально. Кстати, пока не забыл. Техническое задание – это все-таки не панацея, это не документ, который не должен изменяться. Он может и должен изменяться, в него должны вноситься корректировки. Но всегда это делается дополнительно. Как угодно, в вашей переписке с проектировщиками, или, может быть, это дополнительным соглашением. Все зависит от юридической стороны, как вы работаете. Но техническое задание должно и может корректироваться по ходу проектирования. Вы прописываете свои хотелки, либо проектировщик еще при предварительном общении аргументированно объясняет и рассказывает, почему нет, надо не так, а вот так, или вот давайте сделаем, как вы хотите. Я, с одной стороны, не люблю проектировщиков, которые передавливают и все время пихают свое, но, с другой стороны, я не люблю заказчиков баранов, которые вот «я хочу вот только так и все и умереть». Давайте разберем, посмотрим, что выгоднее, удобнее и так далее. Вот самый правильный заказчик. И когда вы выбрали, разобрали, написали этот момент – материалы и технологии строительства. Пункт номер 3 – планировочные пожелания. Тут вообще все просто. Ты пишешь просто перечень помещений, которые хочешь получить, и их площадь. Хотя бы ориентировочную. Точно так же, как и с площадью дома, когда мы там говорили вместо 150, 140-160. По помещениям можно точно так же. Кухня-гостиная 35-45 квадратных метров. Здесь я тебе дам маленькую подсказку. Когда ты пытаешься понять, какая площадь помещения тебе нужна, вот есть же место, где ты сейчас живешь. У тебя там есть там спальня, кухня, гостиная. Вот ты сядь, условно говоря, в спальне и пойми, вот тебе хватает этой площади или нет? Такой, нет, хотелось бы побольше. Насколько? Ну вот если было бы вот это вот помещение метра там на 3-4 побольше, было бы хорошо. Меряешь свою спальню, она там условно 15 метров, добавляешь еще там 3-4, так понимаешь, вот, 20 квадратных метров, мне бы было заебать. Поэтому планировочное пожелание составить достаточно просто. В конце концов, их по ходу можно еще будет подкорректировать. Четвертый пункт – это архитектурные предпочтения. Можешь как угодно, но донести информацию до проектировщика, до архитектора, что ты, блядь, хочешь получить. Например, архитектурный стиль. Может быть, ты хочешь стиль Райта или Барнхаус, или, может быть, ты хочешь Прованс, или какие-то эклектики. Вот как угодно это можешь описать, благо дело. Есть супер лайфхак. Смотри, по секрету говорю, интернет. Google, Яндекс, забиваешь архитектурные стили, красивые дома. И начинаешь просто смотреть картинки. Находишь картинку, что тебе нравится, и показываешь.
архитектор, говоришь, вот это мне нравится. И он уже, исходя из этого архитектурного предпочтения, будет проектировать тебе дом. Поэтому, если вдруг ты тупишь и интернет тебя пугает, залазишь к нам на сайт, у нас на сайте огроменное портфолио, или на нашем YouTube-канале есть вон огромное количество готовых проектов, можешь их все внимательно рассматривать. Там, кстати, есть планировочные решения, и уже отталкиваться от них. Не обязательно, но желательный пункт, он у нас называется аттракционы и хотелки. Что такое аттракционы и хотелки? Если, к примеру, ты хочешь маленький уголок интроверта, чтобы сидеть у окна с книжечкой, то будь любезен об этом сказать архитектору, чтобы он запроектировал такой уголочек, а ты потом не спрашивал, а где вот мне бы сидеть? Или, к примеру, ты хочешь посреди гостиной иметь аквариум с морской водой, причем аквариум там на 3 тонны воды. Ребята, под эти вещи нужно закладывать определенный конструктив. Поэтому тоже не молчим, а рассказываем. И опять же, всеми любимые камины. Ребят, место и пожелание камина. Вот будьте любезны себе хотя бы придумать, вот как бы вам хотелось, что это выглядеть должно. А я уже потом объясню, как это дело построить, сделать, воплотить. Короче, хотелки, вот эти вот допики, тоже не жмем, не скрываем их от проектировщик-архитекторов, а рассказываем, а лучше все записываем. Шестой и, можно сказать, завершающий пункт нашей программы – это территория. Территория. На вашем участке что-то должно быть, кроме вашего дома или торгового центра. Должна быть парковка, навес, гараж, хозблок, баня, беседка, зона барбекю, купель, футбольное поле, теннисный корт, да все что угодно там может быть. И вы это все дело хотите, но будьте любезны это зафиксировать. Я обычно называю это, когда мы встречаемся с заказчиками, я говорю, представьте ваш дом через 10 лет. Что бы вы хотели, чтобы на территории вокруг дома уже было? И заказчик говорит, я бы хотел. И вот тут только успевай записывать. Это такой, опять же, маленький лайфхак, как с этим работать. Но, пожалуйста, напиши все пожелания. Как бы ты хотел заезжать на участок? Сколько машин ты планируешь там парковать? Где ты хочешь заниматься своим столярным ремеслом? Вот эти все пожелания, они и должны быть написаны в свободной форме в пункте номер 6, который относится к территории. Это уже не конкретный пункт, это просто доп, который желательно включать. Перечень приложений. Это такое завершающее добивочка, в котором вы пишете, что предоставлена геология, топосъемка, ГПЗУ, еще какие-то документы, что это все было уже предоставлено проектировщикам. Если подытоживать вот эту вот структуру документа, нужно обязательно сделать еще одну добавочку. У нас в законодательстве очень мутно регулируется вот эта сфера взаимоотношений между заказчиком и проектировщиком. Причем она точно так же плохо регулируется между коммерческими организациями и проектными институтами. Там все очень криво и косо, но вот эта вот ссылка на техническое задание, она присутствует во многих документах. И если вдруг у тебя пойдут разногласия, у тебя, не только заказчика, и я знаю, меня смотрят часто архитекторы и проектировщики, это больше помощь вам, ребят. Если у вас пошли разногласия с заказчиками, если заказчик включает дурку и начинает, ой, я не хочу это, я хочу так, а вы мне сделали, я так не хочу, ты достаешь документы и говоришь, мы сделали по твоему техническому заданию. Никаких дополнительных пожеланий зафиксировано не было. Поэтому дурку забрал и пошел. Точно так же это и спасет тебя, мой дорогой заказчик. От чего? Потому что тебе выдают проектную документацию, а там вместо твоего аквариума нарисован купель. Ты говоришь, я не хотел купель, я хотел аквариум. А друг, ну я так вижу. Ты говоришь, не, друг, вот техническое задание мы с тобой записали. И этот документ, он позволяет вместо того, чтобы начался срач,
суды и прочие неконструктивные действия вас развести по сторонам и спокойно решить вопрос. Как я уже говорил, техническое задание не является догматом. Его можно корректировать, в него можно вносить исправления и это фиксировать. Но это документ, который позволяет изначально тебе, мой дорогой заказчик, и проектировщику комфортно работать, получить каждый то, что хочет. Ты хочешь получить свой дом, проектировщик хочет получить свою оплату. И он позволит пройти этот путь совместный с минимальным геморроем. Да, возможно, у вас будут какие-то там очень бурные обсуждения, какие-то, возможно, там конфликтные ситуации. Это нормально. Жизнь, она такая бывает. Без конфликтов их ее не может быть. Но в итоге прийти к какому-то знаменателю, получить ровно то, что ты хочешь, а именно дом своей мечты, вот для этого-то и существует техническое задание на проектирование. А это был Михаил Кириченко. Пока!